нормальный. Типа. Там опять на том же время. Добрый день. А сегодня какое число, не подскажете? 16-е. У меня сегодня заседание у Вахрушевой. Я в курсе. Никакого там распоряжения не поступало пропустить без дискриминации. Какой дискриминации? Все одинаково в масках проходят и все. То есть от Вахрушева не поступало ничего конкретно? Все в масках. Для вас исключений нет. Исключений нет. То есть по признаку... Вы что-то особенный, что ли? По признаку какого-то предмета на лице, да? Иного способа нет пройти? Нет. Нету? Точно? Я все уже сказал. Ну, может, уточните все-таки? Буду уточнять. Не будете уточнять, да? Ну, хорошо. То есть, вообще никак без этого не пройти, да? Все, ладно. Благодарствую. На этом хотя бы. А, представьтесь еще, кстати. Вы и так прекрасно меня знаете. Я вам не буду на камеру представляться. Почему? Потому что... Почему? Я еще в шоу хочу участвовать. Вы свое шоу снимаете, вы сами представляетесь там. Снимайте себя хоть в каких ракурсах. Так я представлюсь, я человек Денис. Мне не надо, я знаю, кто вы такой. Ну, а вы-то представьтесь, если вы попросили. А мне зачем представляться? Ну, вы попросили, я представился. Я не просил вас представляться, я вас так знаю. Нет, да? Если вы плохой, я не виноват. Я вас прекрасно знаю, вы меня прекрасно знаете. А вы сейчас оскорбляете меня? Я вас не оскорбляю, я вам говорю по факту, что есть. Ну, вы сказали, если вы глухой, я не виноват. Все, до свидания. А еще вопросик. В канцелярию могу пройти, нет? Маску оденьте, хоть куда пройдете. То есть только по признаку предмета на лице, да, какому-то? Ну, подтвердите, да или нет? Я вам все сказал. Все сказал. Молодец. Значит, не допускают суд без маски. Только по признаку какого-то наличия предмета на лице. Зафиксировали факт. Будем работать с документами. Будем работать. Хотят получать векселя, видимо. Всем добра, до встречи.